Зовут Ольга, я представитель отеля Iberhotel Palace. Моя должность гастролейшн. Хотелось бы рассказать вам немного о нашем отеле. Наш отель — это 263 номера. Начальная, получается, категория — это superior номера, которые улучшенной категории. 36 квадратных метров. Они есть с видом на сад, также есть с видом и на море. Следующая категория, она у нас идет как улучшенные номера, как сьюту. Их 8 номеров с видами на сад и 8 номеров с видами на море. Также у нас есть 2 пола люкса, это с видом на море, и плюс один президентский номер. Он идет полностью с видом на море, 153 квадратных метра. Также у нас есть 2 открытых бассейна и один идет в спа. Верхний бассейн, он идет полностью подогреваемый в зимний период. Нижний бассейн не подогревается. Также у нас есть терраса, на которой в вечернее время проходит живая музыка, как бы шоу-программа. Можно очень хорошо отдохнуть. Также у нас есть пабы. У нас есть 5 ресторанов, которые находятся, получается, 2 из них основные рестораны, плюс 2 а-ля-карт ресторана. По а-ля-карт ресторанам у нас есть итальянский ресторан и Alibaba ресторан. То бишь на них проходит у нас на ресепшене, это будет бесплатно. У нас есть тренажерный зал. Время, получается, работы будет с 8 часов до 6 часов. Туда можно, как бы, взрослые, детям до 14 лет, к сожалению, нельзя. По безопасности. Также у нас есть кабинки, которыми можно пользоваться бесплатно. Они есть на пляже и на бассейнах. Также наш бассейн, верхний бассейн, он больше панорамный. Как бы в нем есть прекрасный вид. Как бы в том, то чтобы можно было хорошо насладиться. Также рядышком, получается, с этим бассейном есть бар, в котором можно получить любые напитки. Это спа, в котором, получается, у нас подогреваемый бассейн. Подогреваемый, получается, полностью весь год, как бы очень удобно пользоваться. Это релакс-зона, в которой лучше всего проводить время. Он только для взрослых. Это superior номера. Они, получается, 36 квадратных метров. Есть как две кровати, так и есть большие кровати king size bed. То есть также они есть с видом на бассейн и есть с видом на гарден. Это у нас junior suite номера, которые 85 квадратных метров. Они идут с видом на море. Там большие, хорошие, просторные номера. Вот это executive свит номера, они идут тоже с видом на море. Это двойные номера. Также есть рестораны. Рестораны у нас 2 основных ресторана. Первый — это La Coupole, это семейный ресторан. Плюс у нас есть второй основной ресторан. Это Blue Marine. Blue Marine – это ресторан только для взрослых, то бишь 18+. Здесь очень удобно, комфортно. Как бы работают они на завтраке, обеды и ужины. Также есть у нас 2 ресторана а-ля-карт рестораны. Alibaba – это восточная кухня,
и итальянский ресторан «Тоскана». В них проходит запись на ресепшене по одному разу за отдых, это бесплатно. Также по барам у нас есть 5 баров. У нас есть пляжный бар, у нас есть амфитеатр и есть лобби-бар. Как бы они все работают до 5 часов, остальной бар, лобби-бар, он работает до 12 часов. Также по бару на пляже есть полностью закуски, можно как бы кушать, готовят по меню. Также есть чай, кофе. У нас есть вот этот бар «Папагала», который он основной бар, он работает с 10 часов до 12 часов. Здесь можно взять все напитки. Наш отель очень прекрасным видом. Пляж у нас 170 метров, полностью вход песчаный. До буйков все расчищено, то есть коралки не нужны. Также у нас есть второй пляж, который добирается на лодке. Буквально 5 минуточек до этого пляжа. Лодка есть каждый час. У нас было достаточное количество вопросов, которые мы хотели бы с вами обсудить. Скажите, пожалуйста, вообще, как давно был создан ваш отель, ну и когда проводилась последняя реновация? Наш отель открытие 1996 года. Последняя реновация была полтора года назад. Ну, в принципе, это не так давно, да, произошли изменения. Может быть, скажите, какие были основные изменения в отеле, что поменялось, может быть, что-то добавилось. Смотрите, новое? Поменялась концепция немножко отеля. Как вы, наверное, знаете, ранее это был только для взрослых отель. Сейчас это открыли для семей. Также у нас сейчас есть детский клуб, есть детская площадка на пляже. Поэтому очень как бы удобно. Плюс как бы очень прекрасное море, как бы песчаный вход для деток. В номерах как бы поменялось полностью. Была реновация полностью номера, было обновление мебели. Скажите, все-таки какое, так, может быть, процентом соотношений, кто больше всего у вас из туристов в отеле? Есть Казахстан, есть Беларусь, Россия, есть Украина, Германия, Бельгия, Швейцария, Италия. Это основные гости нашего отеля. Как у вас с безопасностью в отеле? То есть могут посещать отель только те, кто проживают, или еще кто-то может зайти, тоже задавали вопрос? У нас заходить на территорию отеля посторонним нельзя. Максимум это может быть ресепшн, если кто-то пришел из других отелей, кто на 10, например, друзей, это может быть только на ресепшене. На пляже у нас стоит охрана, то бишь не пропускают гостей других отелей. Как бы вполне безопасно. Так как вы сказали, что очень много также туристов у вас из стран СНГ, как у вас с русскоязычным персоналом? Я думаю, все хорошо, да? У нас, получается, проводятся тренинги для работников о том, как бы, о минимальном языке, как бы, русском языке, поэтому, как бы, да, в основном все разговаривают на русском языке. Ольга, вы сказали, что у вас произошли реновации, в том числе у вас отель стал более такого семейного типа. У нас задавали вопросы по поводу деток, да, то есть наших маленьких гостей. Можете более подробно рассказать, как работает ваш детский клуб, какой там персонал, ну и в целом проводятся ли какие-то тематические мероприятия для детей? У нас есть детский клуб, у нас есть площадка на пляже, она полукрытая, то бишь очень комфортная. Есть аниматоры, которые занимаются, как бы играют с детьми на улице, также остаются как бы аниматоры внутри в нашем детском клубе. Для них проводятся различные как бы мероприятия, они ездят в дискотеку вечером, как бы, плюс они постоянно как бы придумывают разные игры, если какие-то тематические дни, либо праздники, как бы, тоже наши аниматоры пытаются их развлекать, как бы, стараются играть. Они также играют в бассейне, поэтому вполне по питанию я могу сказать, что у нас есть, получается, детский стол. И если есть какие-то нюансы, как, например, аллергии, либо нужно специальное питание, тоже это действует. У нас это есть, как бы готовится. Мамы могут прийти на ресепшн, гостелешн, мы записываем все, что их предпочтение, пожелания по еде для ребенка, и им готовится персонально. Были вопросы касаемо питания. А-ля-карт, да, вы рассказали про рестораны а-ля-карт. Они у вас идут на платной основе или там первое посещение бесплатно, затем нужно оплачивать? Смотрите, вот расскажите более подробно. Посещение бесплатно.
все остальные это уже будет платы. Ну что ж, давайте тогда перейдем к вопросу по номерам. Был вопрос, расскажите более подробно про номера, но я так понимаю, что был вопрос касаемо там душа или ванна в номерах, есть ли балконы в стандартных номерах. В номерах у нас есть балкон либо терраса. Это включено, получается, есть все. Во всех как бы Superior номерах у них только душ идет. Только есть Royal Suite, как бы там есть ванная. И да, также уточняли по поводу спа, есть ли у вас спа-процедуры, и вот задают вопрос, входит ли массаж и тому подобное. Смотрите, у нас есть спа, полностью у них есть полный перечень услуг. Массаж это как бы идет за дополнительную плату, это оговаривается, они могут подойти в спа, пообщаться, там есть русский администратор, девушка, поэтому они могут получить более точную информацию. Да. Ну, то есть мамы могут спокойно оставить своего ребенка в детском клубе и провести приятное время в вашем спа-центре, правильно? Да, скажите, пожалуйста, вопрос по поводу интернета в 21 веке. Как у вас с интернетом? Все ли нормально? Платный он или бесплатный? Интернет бесплатный. Получается, Wi-Fi по всей территории. Но, к сожалению, в номерах интернета нет. Ну, то есть только на территории отеля, да, можно будет там выйти в прямой эфир в Инстаграме и показывать ваши вечерние программы. Кстати, вот был вопрос по поводу вечерних программ. У вас, как они как-то, может быть, ежедневно проводятся или, может быть, по каким-то определенным дням? У нас идет живая музыка у нас каждый вечер, и шоу-программа у нас идет как бы 3 раза в неделю, плюс детская дискотека каждый день. Как раз параллельно тоже задают вопрос у нас по поводу интернета. Планируете ли в номерах делать интернет? Да, они планируют, как это можно сделать как бы в ближайшее время и комфортно для гостей. Это сейчас продумывают.